Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире «Капитал Шоу Поле Чудес». Первая тройка в студию. Вот задание на первый тур. Вращайте барабан. Легкая загородная постройка с верандой, распространенная в тропических странах. А вы все равно банкрот. Ну, вращайте барабан. 400 очков. Буква О. Откройте букву О. Вращайте барабан. 600 очков. Буква Л. Откройте букву Л. Ну, вращайте барабан. + Можете открыть любую букву в этом слове. Какую? Откройте! Будете вращать барабан, назовите слово сразу. 750 очков. Откройте букву Г! 3 правильно угаданные буквы дают вам право на 2 шкатулки. 2 шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? К сожалению, не угадали. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. 600 очков. Буква... Откройте нам букву Н. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. +. Можете открыть любую букву в этом слове. Какую? Откройте! 2 ваши очки умножаются на 2. Сектор призовой, можете назвать букву. Точно! В эфире «Капитал Шоу Поле Чудес». 2-я тройка. А вот задание на второй тур. Крутите барабан. Архитектурно оформленный минеральный источник. 450. Нет, неверно. Ну, вращайте барабан. 700 очков, буква А. Такой буквы нет. Крутите барабан. 750 очков. Е. Ну, слава богу, наконец-то. Откройте! Ну, вращайте барабан. 750 очков. Т. Откройте нам букву Т. Ну, вращайте барабан. 750 очков. В. Хо-хо! Откройте букву В. 3 правильно угаданные буквы дают вам право на 2 шкатулки. 2 шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? К сожалению, не угадали. Будете барабан вращать?
А вы все равно банкрот. Будете вращать барабан, назовете слово сразу. Шестьсот очков. Буква Б. Ну вот, откройте букву Б. Назовете слово целиком. 800 очков. Буква Ю. Ну, конечно! В эфире капитал шоу «Поле чудес». Третья тройка. Вот задание на третий тур. Ну, вращайте барабан. Этим наполняли термометры вместо ртути до 1060 года. 600-го. А я знаю. У вас ноль. Ну, вращайте барабан. Триста пятьдесят очков. Мягкий знак. О-о-о-о! Нет, неверно. Крутите барабан. Шестьсот очков. Буква... И я. Такой буквы здесь нет. Крутите барабан. Пятьсот очков. Буква. У. Нет, неверно. Вращайте барабан. 400 очков. Буква. Твердый знак. Ой, неверно. Вращайте, пожалуйста, барабан. 600 очков. Буква. Э. Господи. Нет, неверно. Ну, вращайте барабан. 550 очков. Я с ума сейчас сойду, честное слово. Нет, неверно. Вращайте барабан. Когда вы приз выкрутите, а? 800 очков. Буква. Ю. Ой. Такой буквы нет. Ну, вращайте барабан. 850 очков, буква. Ща. Мама дорогая, да что же это происходит? Нет, неверно. Вращайте, пожалуйста, барабан. От. Сектор приз. Что ж это происходит? Вот то и происходит. Что хотелось... Приз. Вы какую шкатулку выбираете? Ага, есть! Давайте, назовите букву. Р. Откройте нам букву Р. Вращайте барабан. 500 очков, буква. Я поражен. Неверно. У вас ноль.
крутить барабан. Так крутить или вращать? 550 очков. С. Ай, такой буквы нет. Вращайте барабан. Пятьсот очков, буква. О. Такой буквы нет. Вращайте, пожалуйста, барабан. Четыреста пятьдесят. Е. Откройте нам. Вращайте барабан. У вас ноль. Вращайте барабан. Четыреста очков. Буква F. Замечательно. Нет, неверно. Вращайте, пожалуйста, барабан. Шестьсот очков. Буква И. Что? Откройте букву И. Будете барабан вращать? Шестьсот очков. Буква Н. Откройте нам букву Н. Назовете слово целиком? Не. Шестьсот очков. Буква Д. Откройте букву Д. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? К сожалению, не угадали. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Ну, я знал, что коньяком заправляли. 750 очков. Но не знал, что... Бренди, это что же название коньяка? Б. Ну, ну конечно! Я-то знал. Ну, не учу. Потому что бренди как-то... Ну, лично для меня... В эфире Капитал Шоу «Поле чудес». Финал! Хорошо. Коньяк, он вроде как и коньяк. Вот задание на финальный тур. Вращайте барабан. В каком приборе 30-х годов 20 века в Америке использовали колючки кактуса? Ну, в патефоне. Но он же не прибор. У вас ноль. Вращайте, пожалуйста, барабан. Прибор. 450. Я б его в каком... Откройте нам букву Н. Приспособление. Крутите барабан. Или там оборудование. Все ваши очки умножаются на 2. Сектор призовой можете назвать букву. Другое дело совершенно. Откройте букву О. Крутите барабан. Вопросы ставят, чтобы запутать. 600 очков. Буква F. Откройте. 3 правильно угаданные буквы дают вам право на 2 шкатулки. 2 шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку? А я все равно правую покажу. Есть! О, есть! Будете вращать барабан, назовите слово сразу.
600 очков. Буква... Может, еще? Откройте! Парушка, тулочек. Выкройте. Будете барабан вращать? 400 очков. Буква... Может, и приз. Гениально. Откройте нам букву Т. Будете вращать барабан, назовете слово сразу. Ай. 600 очков. Буква... А. Откройте нам букву А. А три правильно угаданные. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Все равно правую. На. Есть! Есть! Вот так. Не обдурите. Будете вращать барабан, назовете слово сразу. Если бы еще и приз перед тем, как... Ну, 600 очков. Буква... К сожалению, нет. И перед нами победительница. Ну, конечно! И перед нами... И перед нами победитель! Ница. И супер игра. Ну, она... По идее, должна. В эфире Капитал Шоу «Поле чудес». Супер игра. Должна выиграть. Вот слово, которое вы должны отгадать обязательно. Вот задание на супер игру. Я разрешаю вам открыть любые пять. Единственное ядовитое млекопитающее в мире. Ну, ну что, откроем гласные А, Е, И, О, У. Откройте, пожалуйста, буквы, если они есть. Утконос. Минута пошла. Утконос. А что, он ядовитый? Не знал. Точно! Вы выиграли супер игру! Эти аплодисменты вам! Под шлем Гагарина бы получить. Вы выиграли супер игру, и в качестве суперприза вы получаете... Видеокамеру. Ну шо ж. На этом мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Есть чем хатынку обустроить. Ну, видеокамера это явно вот здесь. Да. Вот она наверху. Ну, а на остальные 27 тысяч пойдем в прихожую. Давайте обои поменяем. О, какая красота. Вот пусть оно так и будет. Паркет. Ну-ка. 15 тысяч. Не хватает. Ладно, пойдем в магазин. ЖК «Футурамка». ЖК. Жидкокристаллическое, что ли? Что это? Ладно. Это радиотелефон. А на него уже
не хватает. Ну, пойдем на кухню. Может, тут на что-то хватит. Фотоальбом. Но чтоб его разместить, нужен книжный шкаф. Цветок. Хорошо. 1200. Еще цветок. Хорошо. И хлебница. Ну, давай. И 1100. Уже. Ну, вот. Табурет. Ничего тут не хватает. А ну сюда пойдем. Вот здесь может. Ну, все, уже ни на что не хватает денег. Придется уходить. Ну все. Поздравьте меня с днем рождения. Именно сегодня у меня. Ну, пока-пока. В смысле, сегодня я... А, ну да, я же играю как раз сегодня, 29-го. И выкладываю сегодня. Пока.